привет, ребята! В этом ролике я буду трейдиться от фрукта Рокет до фрукта Китсуна. Если на этом ролике наберется много лайков, то я сразу выложу вторую часть. Давайте, ребята, сначала прокрутим фруктик. И нам падает фрукт Чопа. Не очень хороший фрукт, но сойдет. Вот тут, оказывается, лежит фрукт спайка. Давайте подберем. Круто. Плюс один фруктик. Ребята, еще кто-то выбросил фрукт бомбы. Давайте подберем. Я снова вижу фрукт на земле, и это рабер. Плюс еще один фрукт в стор. Это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайки и подпишитесь на канал. Увидимся в следующем ролике. И всем пока!